Всем привет, друзья, коммерческий фэмили. Сегодня я по просьбе подписчика хотел бы посмотреть не лето, ветер зимаря, официальный танец шаффл, ведь что язык заплетается. В общем, вышел он 2019 года, я такой посмотрел, нифига себе. Интересно, что он тогда делал? Он делал так же или как-то по-другому? Мне интересно посмотреть даже самому. Ты этот пыльный ветер зимаря, музыка в ушах, со мной курточка моя. Ты-ты-ты-ты-ты, спешу у фонаря, мы фонарисы завалились и молча. Забывая, ты этот пыльный ветер зимаря, музыка в ушах, со мной курточка моя. Зеленый тихий океан, капюшонный визор, никого не слышим, на любовь обижен, кроме брендовых кроссовок, ничего не вижу, никого не вижу, я все ненавижу. Такие брендовые ножки, а сегодня точно не выгонят меня. Брендовые ножки, а сегодня точно не выгонят. Блин, ну, он, мне кажется, делает так же, как и тогда делал. Даже сейчас он делает как-то получше, мне кажется. Ну, такое классная музыка, очень приятная на слух. Как бы ничего отвратительного нет, да? Ничего плохого, я ему про нее это сказать. Он как-то заряжает позитивом, что ли, да? Заставляет задуматься, да, может, о чем-то, на кого-то. А кого-то нет, а кто-то просто слушает и кайфует от этого. Вот я вижу тут клип «Невывозимый», но мы посмотрели уже реакции на канале, так что ссылку я оставлю, ну не ссылку, в конце видео увидите, там будет видео сбоку. В общем, классно, мне понравилось, спасибо, что посоветовали. И пишите в комментарии, что еще посмотреть, глянуть. Ну, может, не только от «Нелета», может, еще других каких-нибудь, да? То один «Нелета». Ну, в принципе, я не против «Нелета». Ну, в принципе, по душе такая музыка. Ну, в определенных, так сказать, в определенном настроении, так сказать. Но в целом мне понравился клип, и, ну, такой именно танцевальный, да? Шаффл, так сказать. Все, ребят, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и колокольчик прожимайте обязательно. Все, всем пока, ребят.